В Тляротинском районе открыли автомобильное сообщение на 74-м километре реконструируемого участка дороги Гунибское шоссе в Антляшевский перевал. Напомним, 22 июля в результате проливных дождей произошло обрушение крупного скального массива верхнего склона. Объем обвалившейся массы составил около 100 тысяч кубических метров. В результате обвала погиб машинист экскаватора Долгатул Хаир Магомедов, который выполнял работы на данном участке. Накануне на участке были произведены взрывные работы. Несмотря на то, что автомобильное сообщение открыто, работы по расчистке продолжаются. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан просит водителей соблюдать предельную внимательность и осторожность на данном участке дороги.